Саранск стал местом проведения очередных соревнований по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями. Вслед за лыжниками в столице Мордовии собрались легкоатлеты. В общей сложности в чемпионате и первенстве страны в закрытых помещениях приняли участие 150 спортсменов из 23 регионов России. На турнире представлены практически все дисциплины королевы спорта, за исключением длинных метаний и сложных технических видов, как, например, прыжки шестом. Этот турнир позволит тренерам проверить в деле представителей взрослой сборной страны, которые уже в марте выступят на чемпионате Европы в Чехии. Мы уже отобрали сборную команду и уже знаем, кто у нас поедет. Мы должны сейчас посмотреть результаты, на которые подготовлены спортсмены. А в принципе сборная уже на чемпионат Европы сформирована. Ну, то есть будет ли он конкурентоспособен там в Европе или не будет? Да, да, мы должны посмотреть результаты и по рейтингу сейчас сравнить, как готовы ребята в Европе и как готовы наши спортсмены. Легкая атлетика для спортсменов с интеллектуальными нарушениями является паралимпийским видом, поэтому конкуренция даже на внутрироссийских соревнованиях достаточно высокая. Представитель Красноярского края Артем Муратов является действующим чемпионом планеты, и запрет на выступление в Рио у наших паралимпийцев фактически лишил его гарантированной медали. Несмотря на все проблемы, наша сборная продолжает готовиться к международным стартам. В ближайшее время в Саранске пройдут еще одни крупные соревнования спорта лин. На этот раз сильнейших в стране будут выявлять представители настольного тенниса. Юрий Осипов, Александр Зюзяев. Наши новости.